Кибернетики делят территории, каждый участок держит своя банда. Если замочим главарей, у бандитов начнутся проблемы. Ник прослушал их переговоры и узнал, где засел один из боссов. Тогда пойдем причинять им боль. Открой меня! Стреляй, братва! Мы свои! Мы за мятежников! Не понял. Да стервятники, бомжи обоссанные! Мы с вами, пацаны! Дайте нам тоже волыны! А жареных гвоздей не хочешь? Нас уже и правда считают бандой, но ничего, пусть боятся. Перезарядка. Подошел.
Пацаны! Иди сюда! Перезарядка. Они на деревьях! Меняй магазин!
Готово. Работаем дальше.